Автомобиль в подарок к Новому году. Спортивному клубу инвалидов «Равные возможности» вручили ключи от нового микроавтобуса. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Спортсмены клуба «Равные возможности» не скрывают восторга. Депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова вместе с заместителем главы администрации Анастасией Курбатовой вручает директору ключи от нового микроавтобуса. Из депутатского фонда Московской областной думы по инициативному бюджетированию приобретен автомобиль, спецавтомобиль с подъемником для спортсменов-инвалидов, муниципальное бюджетное учреждение, физкультурно-спортивный клуб «Инвалидов. Равные возможности». Я всегда говорю, что для инвалидов автомобиль – это свобода. Это свобода в передвижении, это свобода участия в любых мероприятиях, потому что не каждый транспорт подойдет, и сложно добираться людям на тренировки. А в спортивном клубе проходят тренировки спортивного высшего достижения. Воспитанники, инструкторы клуба включены в сборную команды России Московской области. На сегодняшний день в клубе занимается более 300 человек, из них более 50 – дети. Уходящий год дал нам высокие результаты. И со своей стороны хочу выразить слова благодарности каждому и работнику равных возможностей, и каждому занимающемуся равных возможностей, что вы являетесь примером для того, как надо жить. После торжественной части спортсмен клуба «Равные возможности» Андрей Есиков сразу начал тестировать новый микроавтобус. Он оборудован специальным подъемником для перевозки маломобильных людей. Поехали. Да, сейчас современные машины уже достаточно продуманы для людей с ограниченными возможностями. Все есть, как бы-то ничего не надо даже добавлять. Все отлично. Большая радость, что нам подарили такой автомобиль. Мы можем гораздо удобнее добираться до различных соревнований и, в принципе, комфортнее. Таким образом достигать новых побед. Достигать новых побед и высоких результатов спортсменам клуба «Равные возможности» поможет и новый спортивный инвентарь – теннисный стол, ракетки, которые были приобретены по программе инициативного бюджетирования. В этом году нашей организации исполняется 15 лет. И в этом году по инициативному бюджетированию нам на юбилей депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова подарила нам автомобиль. За что я благодарен Татьяне Владимировне, благодарен администрации городского округа Серпухов, благодарен жителям по инициативе, что они поддержали этот проект. Спасибо. Напомним, жители округа в прошлом году отдавали свои голоса за социально значимые проекты Серпухова. По итогам голосования новое оборудование получили ряд спортивных, культурных, образовательных учреждений округа.